Тормоза вращать камеру, зажав правую кнопку мыши. Выплей. Но нельзя переключаться на другие танки, пока тебя не шлепнут. А если ты выйдешь в ангар, ход боя не запишется. Вот с этой горки вы контролите все. И захват базы видно. И горку эту стратегическую высоту обстреливаете. Вот этот проход контролируете. И тот проход справа. Через остров. Лично убивают за нас танки, а он жадный. Лучше пусть убьют наши союзники, чем наоборот. Ведь все контролируете, все. Туда стрельните, туда не попадете. Везде. Упс. Попали. Гусеницу сломали. Они вылезли, быстренько отремонтировали, лезли обратно в танк и поехали. И поехали. Что-то мы проигрываем. Мы проигрываем. А-а-а-а. 190-0. Это, наверное, ущерб мы нанесли 190. Полеты не показывают, только в реплее. Циферки. Слева. Ну вот недавно это вот. Вот циферки. На это нанесенный вред и получен. Опять нас меня убили. Но мы не жадные. Убивайте. Лишь бы это на пользу здоровья пошло. Убивайте. Тем более, если это роботы. Роботы это нехорошие ребята. Они нас тоже скоро всех убьют. Нет, это не ущерб, а нам. Нас убивают. Чего это ноль? До сих пор непонятно, что это. Циферка, сколько, что это. А, может это не пробить? Она. Я не знаю. Упс. За башню. Коллеги. Упс. От башню. А теперь брюшко. Брюшко. Больше мы никуда не достаем. Так, только брюшко. Брюшко. Идем дальше.
ремкомплектами мы не пользуемся. Раньше мы их продавали просто, а теперь подумали, пусть лежат так. Ремкомплект это не спортивно. Всякие топинки экипажу. Знак классности. О, два. Второй степени лучше, чем 80%. Дай. Лех весь лайхо. Хо. Наших угодов. Фин. Что делать? Так. Робот. Не робот. Так, у нас что? 16, 19, 22. Вот оно. Но осталось 3 ритуальчика. Ритуальчика. Да, скоро мне что будет показывать. Потому что это мы прокачиваем новый аккаунт. Поэтому так героически все. С роботами, конечно. Короче. 4 робота в команде и 3 игрока. Конечно, было бы лучше, если в моей команде было 6 роботов, а в команде противника 7 роботов, и я один игрок. И был бы это честный, благородный ПВЕ режим. А еще можно было бы ПВЕ режим с другими игроками. 7 игроков против 7 роботов. Тем более, что беспилотники сейчас так актуальны. Вот и узнали бы, что лучше. Раздолбали. Роботы или честные, благородные игроки. Какой хороший. Сейчас нас выстрелит. А, нет, не нас. Это ладно. Нет, союзник стреляет, паразит. Ой, сейчас бежит. Убежит. Убежал. Надо получается угробить танчик какой-нибудь по
Auch schon mal passiert. Na, dann. Okay, gut. Hat die Polizei auch geschnarrt. Und dann hat man gut. Aber ich denke, schon da ist. Akkor van a robot, amikor oda szükség nem áll. Hopp, testelsz. Plusz. Jó, oda testelsz. Mi? Magyarsz. Te itt. Kapcső vagy. Azt a visszik. Búj. A nász. Tól. Na, most vagy. Most. Осталось два робота. О! Может, это один робот? И я. Человек. Ужас. Вроде двух людей, например. Вот видите, какой сикажок. Это человек, наверное. Видите? Что творит? Чего творит? Ай! Настреливает. Живьё у нас прямо. И кракоповица. И кракоповка. Ну-ну-ну-ну-ну, переключайся. Оп, переключилась. Можно было, конечно, в снайперский режим перейти. Сесть пушки там взять. Но потеряли бы время, а он бы у нас выцелил как раз. Как раз. А кому-то чего-то там. Того. Это, наверное, люди все. Хитрые. Такие. Стрюки. Но это их не спасло. От британца. Имбову. Имбовый брик. Единичка. За 10 боев на нем один проигрыш. И все бои 9 этих. Что там у него? У него там... Ого-го. Там у него... Единички, двоечка, одна эмочка и троечка. Какой так хороший. Они... Коварные разрабы отберут его у нас. Отберут совсем. Защитник, егерь, воин, ля-ля-ля и медаль Николса. Английский как раз. Ас. 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 А чем это отличается от того? Враг уничтожил машину противника. А это он тоже враг выше уровня. А-а-а. Легендарненько так все. Этот человек. Последнего я его угробил, наверное. Да, наверное. Так, а кто здесь не человек? Вот не человек. Не такой же техник. А это человек. А это человек. Это трое людей. Я же говорил, что он человек. Тропопый такой. Прятался за танком. А это. О! О! Здесь, значит, 4 уже человека против. Четырех человеков. Четыре на четыре.
Тогда 16:30. 16:30. 23:29. Ну ладно. Ок. Последний. И... Ай, всех. Машенька какая стильная. Двое едут сюда. Один становится там. Это по одному сценарию. А по-другому, здесь у нас уже явно люди. Люди здесь. Мы уже взрослые против нас. Против нас кинули людей. Мы хитропопые. Не едут сюда. Что это такое? Что это такое? Непонятно, что это. Вот это вот. Вот это вот. О, это точно человек. Да. Попал. Ну, тоже люди. Нас так просто не сожрёшь втроём. На одного. Ай, какая политическая. Видите, что творит? Видите, эти еще ходят со всех сторон. Гады. Что творят? Втроем на одного. А если бы я не поехал в эту сторону, они бы в тыл зашли. И всех нас перестреляли. Видите, какие неблагородные люди играют в эту игру. Нужно, не знаю, как его, запрещать неблагородным людям играть в World of Tanks. Не для них это игрушка. Не для них. Не для тех, кто стреляет в спину. Одни маневры начинают и всякие другие дела. Неблагородные. Может, это я не пробил, когда потенциальный урон, который мог бы быть. Синк. Бумс. Непонятно, что это. Бомс. Нет, не потенциальный урон. Что же это такое? Не урон по моему танку. А что тогда? Непонятно. Ну, потом посмотрим. В другом реплее каком-нибудь. Может, там все-таки этот серенький цвет будет там написано. Вот какое-то колесико там. Вот колесико. Вот колесико. Ну, опека. Опека нехорошая. Но...
Estaba. Vamos. Vamos. Hitler kaput. O, sorok. Što je teda sorok? Pa ja, no vada. Budemo ručiti sebe golovu. Один. Один, 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 один. Один. Знак классности первой степени 95%. Лучше, чем 95%. Да уж. Ай, второй. Да, второй уровень тоже против вот здесь. Это человечек, это человечек, это я, это абсолютно ненадежный игрок. Матершинник и крамольник. Так, победы 39 и 38. 63, 89. А это пока. Было больше. Чем больше боев, тем меньше это дело. Если вы не статист. А если статист, вы вкладываете денежки и все. Да, это все люди против людей. Да. Награды. Так. 21, 28. Да, вот. Последняя штучка. Эльтрактор. Первый уровень. Это против. Вот и должно быть. А может? Может уже не против буду. Может первые 20 боев с ботами, а потом... Потом хуже все. Ля-ля-ля. Маленький отважный танк. И трактор. Вместо сердца пламенный мотор. Какой нехороший преследует наш трактор. Эй, трактор. Еще один американец. Ужас. Ужасы. Хотел одним патроном его. То есть этим снарядом. А не фигулечки. Не фигулечки. А может патроном. Вот. По пулемёту. Ля-ля-ля. Это неудобная такая позиция. Главное, неудобство, что против людей играешь. Они хитрые такие. Ужас.
Нет, ну просто необходимо решение. Правое. Зачем ерундой-то заниматься? Кого они хотят надуть? И почему легально прямо не сказать «да, вы играйтесь против роботов»? Нет, мы с какой-то ерунду как придумать. Как бы против людей. Дурь какая-то. Во многих играх есть ПВЕ решение. А некоторые целиком ПВЕ. И ничего. Кооперативная. Игрушка. Да-да-да, все спросы. А здесь подсаживают детишек. Они выигрывают первые 50 боев. Прям получают. Единички, мастера там всякие. А потом вдруг начинает проигрывать и понимает, что нужно заплатить денежку. И тогда будешь выигрывать. Играет на низменных чувствах. Почему-то считается, что это хорошо кого-то нагнуть. Зачем надевать? Вот они похвалятся и кичатся этим. Дурь какая-то. Еще за победу платят денежки. Если хотите побеждать, играйте на танках первого уровня. Или платите деньги. Одно из трех. Будет вам счастье. Теперь ПВП режим. Хоть мы и первого уровня. Но это счастье длилось недолго. Вот тут против альтрактора уже выставили людей. Люди. Вот эти люди. Люди. Раз люди. Два люди. Три люди. Четыре, что хотя они тоже люди. Это люди, и это люди, и люди. Такой ужас. Кошмар. Ужас. Ужас какой. Ой. Ой. Образцовый. Ну, а остальное опустим. Центура. Центура. Два. Так. Посмотрим здесь. Ненадолго это счастье. Ага. 75% боев. А, это второй. Второй. А это клава мешает голову.
Истог. А, вот. Этот надо нажать. Вот он, медиа танк. 10 боев. Вот, все болит. Десять боев, один проигрыш. Да, не два. Так, раз, два, три, четыре, девять. Девять. Да, два проигрыша. Восемь выигрышей. Ну ладно. Это счастье ненадолго. Счастье длилось недолго. Потом мы стали прокачивать новые танчики. Еще мы животничаем. И не прокачиваем экипаж. О, имба. Такая небучая имба, что просто что-то. Это что-то. Имбучесть. Имбова. Ти-т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 и. Ти-ти. Простите. Простите. Одна мышка не работает. Колесик плохо работает. Вот это зверская имба. Гравидикер. Шуитан, седьмой левел. А это медиум танк, пятый левел. Скавенджер. Мародерчик. Маленький мародерчик и маленький могильщик. А это имбучая Т-18, которая перейдет в разряд, ты какой разряд перейдешь? А, в разряд этих, как его, коллекционных танков. Может, какие-нибудь события будут разыгрывать. Или совать какие-нибудь сундуки. Ладно. Да, ну ладно. Всё, пока. Спасибо. Приходите еще. Подписывайтесь, если что. Лайкайте. Лайкайте. Комментируйте. Делитесь и размножайтесь этим видео. Что еще? Здоровья вам и долгих лет счастливой жизни в коммунизме.
Комрады, путь. Держитесь там, у меня.